Полуметровый тетерев ищет себе пару. Во время ухаживания самцы издают булькающие звуки, такуют. Арена для брачных танцев, и самка полностью в распоряжении этой ранней птахи. Почти. Его любовное пение привлекает ненужное внимание росомахи. Состояние влюбленности нарушено. Ухаживание продолжится где-нибудь в другом месте. Росомаха – самый крупный представитель семейства куних. Похоже, она раздражена. Но катаясь по снегу, она на самом деле метит территорию. Следы ее запаха останутся здесь всю зиму. Как предупреждение для остальных держаться подальше.